Привет, меня зовут Норт, на канале Rocket Play. Сегодня у нас на обзоре такая вот интересная игрушка под названием Сифу. Это что-то типа Mortal Kombat на пенсии. У нас тут вроде бы прохождение а-ля Dark Souls. Я так понимаю, герой потихоньку старится, потихоньку помирает. И если помирает в процессе, мы начинаем все заново. У нас там буквально пару попыток, то есть игра такая хардкорная, боевка вроде бы интересная. У меня говорит продолжить просто потому, что я запускал посмотреть, как она работает, потому что все на ультра поставилось. Думаю, ладно, у меня система средненькая. Окей. Продолжать не будем, поехали в новую игру. Плюс у меня, вот видишь, я только-только посмотрел, только-только все работает. Перезаписать, давай перезапишем. И обязательно посмотри, если тебе не сложно до конца. Это очень классно будет. Статистика вещь важная, мне она пригодится. Давай. Я вроде кофе выпил, что-то язык-то не алё сегодня. Начать, ого. Чуть клавиатуру пёлась. 8 лет назад. 8 лет назад. Ух ты. Чувачок по крыше ломанулся. Вот это вот я уж попробовал. Первый раз подрался. Короче, мы нажимаем на Q. Это у нас тяжелый удар. А почему... А, тяжелый удар вот это. А, боевка, поскольку я мышкой. X. Добивалка. Добивалки разные. Добивалки разные. Что происходит, тот такой. Кто первый? Дофига крутой такой, типа. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тут надо быстро, потому что как бы противников много. Поэтому желательно их правой сразу дубасить. Ой, как классно, иксон-то сразу. Вот почему я не попал-то по этому дурню, непонятно. Все, все. Окей. А, просто открыть, окей. Вроде бы нормально работает, да, ультра стоят. В какой-то веке у меня игра на ультрах пошла, прикинь. Сам в шоке. Воу-воу-воу, полегче ты кто? А, это тот, который прыгал. И, а ты говорил, что они будут сопротивляться. Я даже почти не вспотел, сигареты сидеть так хочу. Не будь таким высокомерным. Ты че? Че, палку взял, думаешь, танцевать будешь или что? Что такое, нога, да? На, вон стул, сядь, слышь. Так, мы дальше идем, я так понял, да? Ох ты, нифига! Так это от тебя тут бомбануло все, да? Такой беспорядок. Это ты упал, да, и все сразу ясно. Фига себе. Логично, логично. Ух ты, комп. Давай что-нибудь постримим, слышь? Нельзя, да? А тут можно как-то налево-направо камеру? Потому что как-то она все время вот с этой стороны, мне ничего не удобно, на самом деле. Было бы неплохо, если бы это менялось. Графоник, кстати, прикольный. Такой а-ля рисованный. Вроде бы четкий, вроде бы такой интересный, при этом зернистости, но такое довольно рисованное создается впечатление. Интересный эффект. Ох ты, нифига. Это он зашел, я так понял, да? Бег, шифт, погнали. Фига, он типа руками махнул, типа ультра и пошел, да? Ульта. Ультра. Я смотрю, у меня аж подергивается. Ультра были зря. Что-то я погорячился сегодня. Дратути. Дратути, hello. О, вы что-то берете даже? А, фигуль, не попал. А, вот, я мог взять. Все, понял. Ну и все. Короче, трех ударов он правой ложит. А левой, наверное, ударов с 8, я так понял. Ну, мы можем взять табуретку. А, мы можем швырнуть табуретку. Джеки Чан бы одобрил, на самом деле, что нет. Прикольная игра. Название такое интересное, Сифу. Чё за Сифу? В Сифу играем, что ли, или что? Что за Сифа такая? Там народ дофига, слушай. Тут второй этаж какой-то есть, давай сходим. А, понятно. Можно какой-то кувырок делать тут или нет? Янь. Как ты посмел снова явиться сюда? Тебе не стоило возвращаться. Ё-моё. Прошло столько времени. Рад тебя видеть, столько времени прошло. Хватите, схватите его. Хватайте его. Лазанье прыжок. О, в смысле, а чё это он раньше меня? Не понял сейчас. Так а чё, в смысле, добивания не было почему-то? Оп, вот тут появилось. А там почему-то нет, стой. Стою. О, видишь сколько? Да, где-то 8 ударов. Дыщ. Бескомпромиссно на самом деле он дубасится.
жестко очень. Ты, может, добьешь его, нет? Чувака этого. Ну, такое себе. Ух ты! Во что-то играли, я не знаю, что это такое. Что это такое, я не знаю. Ходим в стулья, раскидываем. Звук пропал. В смысле, музыка. Здесь ничего? Мало ли какие-то секреты есть, я не знаю, только у нее первый раз играю. Ничего не читал, ничего не смотрел специально. Чтобы не палить. На Q на самом деле не очень удобно, на E все-таки лучше было бы. Здрасте. Ты уже тут, да? Два. Где он? А, там типа ты махнул, да? Фига, они толпой пришли, раскидали всех. Пока ничего не понятно, на самом деле. Ебой. Остановись. Ёперный театр. Янь, конечно же. Ты стал медлительным, Сифу. А, так Сифу это вот этот чувак? Фига. Ты знаешь, зачем я здесь? Не так ли? Просто уходи. Отступи от Step Aside. Это было ошибкой. Мне не стоило учить тебя. Какой красивый. Теперь ты знаешь слишком многое. И мне придется тебя убить, да? Благодаря твоему возвращению сегодня я получил второй шанс. Ебой. А я думал, с пистолетом повернется, сейчас хлобысь и все, и до свидания. На этот раз я сделаю то, что должен. Фига, они грозные здесь все. Чуваки, не кино вроде игра, давайте-ка хорош уже. Серьезно. Ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо, я пробил, не успел, ничего себе. Ты, говорит, медлительный стал, я пробил, даже нажать не успел. А что-то я нажимаю, и все, не реагирует. О. Ага, то есть надо все это время держать. Что-то удержание, эх, ну вставай, что-то стал-то. Ой. Ой, я смог перебить его, прикинь. То есть мы в драке можем... Что-то удержание какое-то. Что за удержание? Даже... А, выбрать точку. Серьезно? И что это? Как это работает, пока непонятно. И оперный театр. Блин, надо успевать, когда он перебивает. Вставай. Шашлык. Блёха, нифига, он в пах-то бьет. Слышь, ты чё? Я тебя не вижу даже. Ну, камера такая себе здесь. Это что, зубы были, да? Стеклянные поставил, молодец. Да блин. Почему-то бить перестал, не знаю почему. Оу, то есть даже когда мы сидим, мы камбухи можем фигачить, да? Прикольно. Да, ёперный, как ты это делаешь, дядька? Икс, икс, икс! А чё-то икс-то у него сработало, а не у меня. Га себе. Чё-то я ему икс нажал, что ли? Жёсткий дядька. Чё-то у них там как-то с кунг-фу не прикольно. Когда я смотрю в твои глаза, я вижу лишь напуганное и озлобленное дитя. Мать твою за ногу. Так он, скорее всего, и есть. Ну, пока что дитя тебя три раза прописало. А ты пока что один. 3-1, чувак. Опа. 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 Так, я немножко научился парировать. Наверное, мне кажется. Я, правда, не всегда понимаю, когда это надо делать. Бляха, вот когда он вот такие вот штуки делает, это не всегда заметно, правда. Где моя хпшка, я не понял. Вот что. Где моя хпшка? При этом смотри, я его постоянно лупашу только правой, только сильным ударом. Я так понимаю, бесполезно бить его слабым. Да блин, как ты это делаешь-то? Опять же. У меня блок стоит. Как ты пробиваешь-то его, слышь? Я что-то пока не понимаю, как это работает. Нас не сильно обучали. Дай встать-то, наверное, нет? Оп-оп-оп. Что вот это за шкалы такие, тоже непонятно. Что вот это за F было такое?
что мы где-то что-то выбирали. Что это такое? Анатомию учим в процессе боя или что? О, икс, икс! Дыщ! Ебой. Что, в сердце попал? Печалька остановиться может? Да, походу, слушай. Ну нафиг. И пацан сейчас будет мстить, короче, всю игру. Я понял. Палим фишку. Рот зажал такой, типа, чтобы не чихнуть. Надо было сзади еще, в смысле. Мало ли страшно. Show yourself. Покажись. А, услышал, да? Ну не, ну мальчик, конечно, в смысле. Ух, какой грозный такой пацан. С веснушками. Фига себе. Типа, чё почём сел, да? Нормально? И чувак с ножом пошел, офигенно. С мачете. Нормально, говорит, покажи, сейчас нарубим. Да ладно, серьезно, что ли? Не, ну это как совсем дичь пошла уже, ты чё? В смысле? Загрузка. Чего, нового персонажа? В смысле, того зарубили? Нормально. Огонь. Выжил, да ладно. Нереально пацана рубанули. Это дичь, честно говоря. Ух ты. Прикольный брелок, наверное, на Алиэкспрессе брал 100%. Скала презент. Слаклап, господи. Отец. Нет, ну ты видел, вот это начинается, да? Кавлон Найт представляет. Глаза заблестели, понятно. Злость. О, нифига, вжух, и все, и он сразу старый. Взрослый, в смысле. Так, вот для чего амулет был, прикинь. Раз, и все, и тебе плюс 20. Прикольно. Ботаник, чего парировать? А, обучалочка, обучалочка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Направленный бросок, Ctrl. Что, не понял пока? А, на ошеломленного. Тут как-то можно это комбухи идти. Хорошо сейчас было. Хорошо. Блин, вот я не понимаю, когда он его парировал так, что прям вот... Пока не совсем как-то что-то. Вставай, шашлык. Что бывает, как они, что они прям как будто отскакивают. Но я, наверное, зря сильно дубашу, я так понимаю, надо. Что вот это, давай посмотрим. А, выбрать точку. Удар по глазам, что, в смысле? А, что-то не сработало. Ты чем, пощечины даешь или что? Я не понимаю прикола. О, ошеломленный противник был. Дыща втащил. А, то есть когда появляется вот эта штука, вот только тогда нам надо нажимать на удар, понят? И у меня вот эта комбуха расходовалась, короче. Но сейчас я тупо быстрее его перебил. То есть когда он так вот заходит, его можно попробовать перебить. Не понял нифига. А. То есть, когда он именно замахнулся. Убить цель, Фахар. Потани. А, так вот была, я пока читал. Комбуха. Я так и не понял, как парировать, честно. Офигенно. Обучение шикарное, я вообще никогда не понял. О, тот чувак, боец. Спейсбар плюс S, уклонение от высоких атак. Плюс V от низких. Да ты чё, я не успел. А. Так как эти на плюс S. Вставай. Блин, ну тут запоминать дофига. Тут Mortal Kombat вспоминать надо. Вжух, короче.
Я бы тоже помахал на монитор близко. Достримлю раньше, чем доснимаю, раньше, чем надо. Ух ты, художница. Усы мне сейчас нарисуют или что? У меня свои есть. Удар ладонью. И пока не получилось у меня. Так и не получается что-то у меня. А, СВ. Вместе, что ли? Что-то нет, нифига. Да не работает у меня. Короче, иди отсюда. Не работает что-то у меня. С плюс В, ну. Вот. Вот. Ну и чё? Ну так и чё надо-то? Удар ладонью был, слышь, нет? Пачи сказал он даже. Ты чё, на ходулях или что? Что у тебя с ногами? Мы ещё драться не начали, но уже на ходулях. С ума сойти. Жалость вызывает или что? Ошеломленного противника кинуть нельзя, да? Блин, ну не работает у меня почему-то комбуха-то. Он же вроде ладонь... Нет? Ну смотри. СВ. Не понимаю, серьезно. Тоже нет. О, ошеломленный противник. Ага, понял. СВ. Ну, ВС давай. Ну, одновременно жму, смотри. Серьезно или что? Мы так всю игру будем играть. Интересная игра, классная. 100%, да. Бью девушку 24 часа, не понимаю, что происходит, да. Без, онлайн без смс-регистрации. Она, походу, тоже не понимает, что... Я вообще не знаю, что она пришла сюда. Ходит ходулями, махает своими и все. Бляха, симулятор избиения, короче. Все. О, молодец. Сообразила, что надо, наверное, уже хватит гребать. Так а как у меня в смысле? Я что-то не врубаюсь, серьезно. А, shift он... О, так а раньше-то нельзя было? На shift-улю-то он отпрыгивает, оказывается, прикинь. Столько раз табло гребли, нам даже не сказали про это. В смысле? Офигительно. Так, подожди, а как этих атак? Уже забыл. А, спейсбар. А у нас не работает, у нас эти только работают, когда... Ну я не понимаю, ты меня бить будешь сегодня, нет? Художница. Или ты меня рисуешь, пока я стою? На, порисуй. Не? Что-то у меня игра сломалась или что? Странно. Я вернулся к художнице, ты не поверишь, она действительно почему-то у меня остановилась. Я не понимаю, опять та же фигня. Надо нажимать, я специально, пока перезагружался, глянул. В описании. Надо не вместе нажимать, а надо одно, второе, потом. Вот, видишь? Но он почему-то у меня не хочет. О, да ладно, получилось. А можно еще... Воу. Ага, понятно, почему она не билась. А можно еще то же самое вниз, и он делает подсечку. Но это вообще не успеть, я так понимаю. Да блин, тут хрен парируешь это дело. Короче, проще не выпендриваться. На шифтуле он почему-то у меня отпрыгивает. В принципе, так, наверное, и надо. И самое главное, что ты не поверишь, блин. Я вот на этой фигне вышел, все, проходи заново, никого не волнует. Трындец, блин. Потрясающая игра, если каждый раз придется реально заново проходить, да ну и в задницу. Вот, подсечка. Атака по лежачему Е, зачем? Ну что ты делаешь? А, не успел. Удержание. Надо быстро. Да в смысле? Ага. Подожди, так у нее руки нет или что? Я с однорукой дерусь, серьезно?
нафиг. Ой, 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 с крутой какой-то однорукой, ты чё? Да ладно. Блин, инвалидов бить можно, да, в этой игре? Какие-то китайцы жесткие совсем, или кто это? Малых режут, инвалидов бьют, ну их нафиг. Янь. А Янь будет, нет? А, сразу деремся. Подожди, а как же комбо выучить? Ты чё? Игра, я привык уже. Ты не обманывай меня так. Обалдеть, стой. Эй, ой, вот как он это сделал. Что, аж потемнело в глазах. На шифтулю, ес. Yes. На шифтулю можно отпрыгнуть иногда. Боль, Лёха, он резкий дядька. Икс. На, сифу. Сифун тебе на язык, короче. Тутун-тутун. Загрузка, замечательно. О-о-о. Да-да-да-да-да-да-да, в фильмах Джеки Чаном такая фигня была. Наши дни. Что, серьезно? У них все так же, да? Наши дни-то. Никакой плазмы на пол экрана, да? Вот это на пол стены. А сохранилось, я так понял, да? Окей. Кью. Фахар Ботаник. Исследователь перерезал мне глотку в ту самую ночь. Он первый в моем списке. А, это вот те чуваки, с которыми нам надо биться. В банде, если с ботаником, никогда не покидает склад. Роли нет, он здесь, конечно. Это мы все можем почитать. Это типа доска. О-о-о. Мы что, с ней драться будем, что ли? Художница. Не, давай потом. Слышишь? 15.35, у меня уже больше гораздо. Киу, что такое? Трушобы. А, это мы типа по районам будем путешествовать. Возраст 20, кстати, у него, прикинь. И тут вот что-то написано. Сео даже, за Сео у него есть. А, ботаник, боец, артист, Сео, типа менеджер, управляющий, лидер. Список целей. Воу, нифига себе. Список целей, короче, у него. Давай на списке целей сегодня закончим, потому что серия получится очень длинная. Спасибо тебе большое, что смотрел. Подпишись, поставь лайк, напиши какой-нибудь комментарий. Обязательно нажимай на колокольчик. И стрелочка такая, если поделиться у всех, поделись. Видео быстрее расшарится. И попроси всех досмотреть до конца. Всего тебе хорошего. Пока. Пока.